You see, the thing is, всем привет! Это снова «Назад в прошлое», второй выпуск. И начинаю я выпуск, вот, сами видите чего, это у нас экран смерти Windows 98. Аналогичный 95, аналогичный в Millennium. И мы видим, что у нас браузер Arachno, версия 1.70, повесила систему намертво. Ну, я не буду отчаиваться, так как я узнал, что, оказывается, браузер еще последний раз выпускался 7 лет назад, это была версия 1.97. Вот. И это говорит о том, что у меня еще есть вероятность запустить эту программу, и даже, может, что-то она будет как-то открывать. А версия 1.70 вообще, наверное, года там 2008. Удалось запустить браузер, но работает он вообще как-то непонятно. Переключение в каких-то вкладках или чего-то либо... Все очень медленно, мышь почему-то не видит, хотя, видимо, драйвер мыши есть, тот же самый Norton, Волков, все остальное прекрасно, без проблем работает с мышью, то есть появляется тот самый курсор-кирпич, как я его по старинке называл, но с Arachno как-то не выходит. Тем не менее, вы можете посмотреть, как этот браузер выглядел, довольно интересно, похоже чем-то на дизайн мультика Флинстоуны, можно так сказать. Ну, я буду стараться, еще попробую версию 1.97. Я думаю, что она будет более работоспособная. Развивая тему браузеров, хотел бы вам показать, по сути, отца того же Netscape. И снова не могу выговорить. Навигатора и Internet Explorer, того нашего родного ненавистного ишака. Это браузер Mosaic. Был выпущен он 22 апреля 1993 года. Был портирован практически на все платформы, как на Linux, так на Windows, как на macOS, как на Unix какие-то различные. И в 97 году он скончался. Я пытался что-то сюда вписать, ввести, ничего не вводит. Я думал, что он совсем очень старый. Допустим, здесь я ввожу, видите, в Opera, все нормально работает. А тут ни черта не вводится, но тем не менее, можно просто пощупать просто его внешний вид. Это, конечно, не самый первый браузер 3W. Я его, конечно, искал и продолжаю искать данный браузер. Говорят, что он есть под x86 машины. Но я все-таки подозреваю, что он именно так и остался для машин Next, для Persona System Next Step. И я думаю, что я его, наверное, не найду, к сожалению. А вот Mosaic можно пощупать. По сути, отец всех браузеров на x86 машинах, на PC-шниках. Да и вообще на всех компьютерах, можно так сказать. Итак, решил еще любителям оперы показать оперу 98 года. Вот как раз, когда появилась 98-я винда, вот тогда появилась данная опера. Опера 3.51. Чаще всего я ее видел на скриншотах Windows 3.11. Мы видим, что в те времена опера была еще платной, а платная она была, наверное, до версии 7. Вот, естественно, 30-дневный триал у нас присутствует, и мы видим, что несмотря на все, еще как-то загрузился у нас официальный сайт. А теперь представляю вам Microsoft Word вот в таком вот виде. Ну, теперь поставьте к данному видео свой офисный редактор какой-то текстовый. И вы можете посмотреть, как все менялось за многие годы. С чего все начиналось? Кстати, вот тот самый курсор-кирпич. Я вам не соврал. Это по поводу Arachno. Не знаю, почему она перестала у меня поддерживать мышь. Глючит просто бессмысленно. Вот такой вот текстовый редактор. Еще один раритет – это советский текстовый редактор «Лексикон». Точно не могу вам сказать, какого это года,
данный редактор, но он довольно был популярен в те времена. Интерфейс, кстати, немножко даже более дружелюбный, чем у Microsoft Word. Дело в том, что у Word большая часть меню, она просто скрыта. И вы получаете просто чистый лист. А здесь она отображается, поэтому все это дело кажется более привычным, что ли. Изначально, несмотря на то, что у меня нет русской локализации, даже по умолчанию используется кириллица. Как переключить здесь на латинский, я понятия, честно, не имею вообще никакого. Вы видите, все печатает, все работает. Вот такой древнячок. Ну и, конечно, после всех этих экранов смерти, запуска огромного количества всяких старых программ, поиска и многого другого, хочется во что-нибудь поиграть. Если честно, первый Duke, в который я начал играть, это был Duke 3D. В 2D Duke я не играл, поэтому для меня будет аналогично в новинку поиграть в эту игрушку. Время 2D DOS игр я пропустил. У меня просто появился комп, когда уже были всяческие Doom 1.2, Duke Nukem 3D, Shadow Warrior и другие многие игры. Quake 1, Quake 2. А в 2D игры в основном я играл на 8-битной приставке. Ну что, давайте поиграем. Вот такой у нас дюк. Так, нажмите S. Жмем. Появляется какой-то чувак с железной башкой. Так. Так, стреляем тут как. Меня там что-то стрельнуло. Стреляем альтом. Так, прыгать. CTRL. Стреляем альтом. Ну, крестик это как всегда. Так. Тут у нас какое-то радио. Какой-то пультик. Блин, какая-то камера. Не будем подставляться к камере, просто идем. Блин. Так. Так, камеру одну подстрелил. Ай, блин, урод ты. Чертов. На, выхвати. Блин. Ну я тупой, блин, как будто не знал, что бывают ловушки. Блин, вы знаете, на джойстике гораздо проще играть всякие такие 2D-игрухи, чем на клавиатуре. У меня был отличный джойстик, который какого-то хера мой братец кому-то отдал. Блин. Так, дальше, я как понял, нужно туда вниз спускаться. Так. Ага, бомба. Ну и чё? Дальше-то. Благо можно выпрыгнуть отсюда. Благо можно отсюда выпрыгнуть. Так, а что здесь? Так. Какая-то таблетка. Блин, а как же это перепрыгнуть-то? Легко. Так можно и научиться играть. Так, подбираем магнитофон. Не знаю, выглядит это все как магнитофон. Подобрали ключи.
перепрыгнул их. То что за член на ножках? Что? Так, подобрал дискету. Так. Да ты чертов надувной. Ну что за... А как попасть под... Так. Подобрал еще кучу всяческих. Не знаю, мне эти штуки похожи на магнитофон. Почему-то... Как их... Так, еще 200 очков. Помните такие дедушкины радио с антенками? Так, что ничего нет. Это огненная хреновина. Убираем снова дискету. Да ёкало мне, а? Стоп, здесь можно через кирпич этот пройти? Нет. А, блин, еще дискета. Жизни осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Еще дискета выпала. Чёртовы надувные соски, коровьи чёрты. Ну, мне сейчас точно конец уже. Фух. Немножко подлечились. Здесь мы не были. Немножко не въехал, что мне сейчас надо было сделать, если честно. Итак, жизни нет. Меня все мучает и мучает. Блин. Мне уже конец, наверное. Блин, честно, сложная немножко игра. В плане того, что здесь трудно разобраться, куда и что, и... Так. Сейчас главное не сдохнуть. Блин. Вот так. Спасибо за внимание, постараюсь в следующих выпусках и второй, и третий Doom посмотреть, показать вам, и какие-то еще подобные игры. Вообще, мне очень интересно всяческие старые аркадные игры, шутеры, хотел сказать, шутеры двухмерными не бывают. На этом все, всем спасибо за внимание, ждите третий выпуск.